Орех Маркет. Как следует из названия, эта компания занимается продовольствием. Орех Маркет – единственный в России бренд холдинг UGI Group, который занимается торговлей фруктами, сухофруктами и орехами. Компания Орех Маркет также почти новопостроенная. Она начала свою деятельность в 2018 году. Учредителем компании является Саидмурод Давлатов. Основная цель компании сейчас является расширение торговых точек и партнерских точек для продажи наших выращенных продуктов в страны СНГ, которые производятся нашими фермерами, да, потом попадают в наши ОРЦ, это оптово-распределительные центры, которые в Таджикистане строим, и калибруются, соответственно, отправляются нашим партнерам и нашим торговым точкам. Орех Маркет также имеет возможность работать с новыми партнерами. То есть франшиза предоставляет партнерам готовый бизнес для продвижения будущей компании и продвижения бренда. Мы полностью сопровождаем партнера от открытия бизнеса, да, до укомплектовки, упаковки, продажи, отдел кадров, кадры. Вот весь процесс мы сопровождаем, потому что это у нас уже готово. У нас готово, и это работает очень хорошо в наших магазинах, которые мы сейчас открываем под нашим брендом Орех Маркет. Не секрет, что в современном мире большинство компаний предлагает химосодержащие продукты питания для большей выгоды. Но Орех Маркет видит свою ценность в том, чтобы предлагать экологически чистые продукты питания. Именно по этой причине потребители доверяют этой компании. Компания была основана в 2018 году, но в 2020 году уже была запатентована. То есть есть торговый знак Орех Маркета, да, есть также упаковки, штрих-коды, все под брендом Орех Маркет. Соответственно, это есть ценности нашей компании как в качестве бренда. Нам стало известно, что компания предлагает и продает фрукты. Сухофрукты и различные орехи под торговой маркой Орех Маркет. Но где источник? То есть из какой страны, из каких земель получают основные культуры? Наши продукты, большая часть наших продуктов выращивается фермерами без добавления никаких химикатов, да, и сразу попадают в наши ОРЦ, калибруются там и в наши торговые точки в магазинах. Орех Маркет в рамках своей целевой стратегии планирует увеличить количество торговых точек в 100 раз. Цель – как можно вывести бизнес в как можно больше количества стран, в том числе в Европу и США, и поставлять продукты питания под отечественной торговой маркой. Чтобы вот обеспечить эти торговые точки, у нас очень большие планы вот, с плантацией фисташки, яблони, теплицы по свежих овощей, и абрикосовые сады. Вот это все расширяется в быстром темпе в Таджикистане и в других странах. Это одна из больших целей компании Орех Маркет и холдинг UGI Group в целом – создать более широкий торговый путь на мировом рынке и представить продукцию стран Центральной Азии.